Привет, друзья-партнеры, с вами Александр Камаев. Продолжим знакомство с возможностями нашего командного сайта. Как я уже говорил, тут много всякого всего, но сейчас я хочу показать, как можно на нашем командном сайте изучать информацию о CrowdOne. Ну а чтобы это было не скучно, люди, изучая информацию, проходят тесты по изученному материалу, зарабатывают баллы, и в результате могут получить профессионально подготовленную лично для них визитку. Если они заработают 3500 баллов, то к ним обратится администратор с предложением высказать свои пожелания по поводу этой визитки, ну и так далее. И они получат профессионально подготовленную лично для них визитку. В этом разделе человек знакомится с CrowdOne, его возможность более или менее подробно. Если он реально осознает все, что он изучает, то, во-первых, он может ответить на соответствующие вопросы тестов, ну, а во-вторых, это поможет ему грамотно общаться со своими потенциальными партнерами, что, в свою очередь, позволит более эффективно строить свою команду. Посмотрим, как заработать этот самый бонус. Нажимаем. О компании по шагам. Здесь всего 9 шагов. 3 первых, следующих 3 и последние 3 шага. После изучения каждого шага тест для проверки того, как вы реально изучили эту тему. Если вы ее реально изучили и правильно ответили на тест, в конечном итоге во всех 9 шагах этого раздела вы соберете 3500 баллов и получите возможность заказать себе профессиональную визитку. Соответственно, она будет более эффективна для вас. А сейчас начнем с шага номер 1. Нажимаем. Здесь ролик, короткая презентация. Ролик на 11 минут 21 секунду. Посмотрите до конца эти 11 минут 21 секунду. Может быть, эта короткая презентация позволит вам лучше осознать, что такое CrowdOne. Возвращаясь на шаги новичка, на страничку о компании по шагам, нажимаем «Тест на 400 баллов», выполнив шаг 1, изучив материалы презентации и, соответственно, правильно ответив на вопросы теста, вы получите 400 баллов. Вот эти вопросы. После того, как вы поставите галочки в каждом из чекбоксов, которые считаете наиболее правильным ответом на вопрос, дальше надо будет заполнить свое имя, почту, e-mail и URL вашей страницы визитки на данном сайте. Внизу подсказка, как это сделать. Откройте в новой вкладке страницу с вашей визиткой, там URL в браузерной строке. Открыли в соседней вкладке страничку «Моя визитка». Тут в браузерной строке ее URL. Копируем, возвращаемся в раздел и вставляем URL визитки. Кстати, если у вас есть какие-то соображения по поводу теста или ваших ответов, вы можете здесь добавить пояснение при необходимости, свой комментарий, то есть. Вот когда вы заполнили ответы на тест, нужно, вставив имя, e-mail и URL вашей страницы визитки, отправить ответы. Нажимаете. Вам пишут: информация отправлена, и вам сообщат ее результат. Удачи! Так мы закончили первый шаг. Аналогично, вернувшись на страничку о компании по шагам, мы можем поступить со вторым шагом, как зарегистрироваться. Здесь полная инструкция, как именно зарегистрироваться. Убедитесь, что сайт на английском, примите куки и так далее. Короче, почитайте, как заполняются поля регистрации. Если вы все понимаете правильно, возвращайтесь на страничку о компании по шагам. И второй шаг. Заполняйте тест на 200 баллов. Все
точно так же. После того, как вы заполнили все варианты ответов, если необходимо, добавили свой комментарий, заполнили имя, почту и URL вашей страницы видео. После чего нажимаете «Отправить ответы». Точно так же пишет, что информация отправлена, и вам сообщат результат, когда администратор рассмотрит ваши ответы. Точно так же возвращаемся к третьему вопросу. Тут 500 баллов. Это экскурсия по офису. Нажимаем шаг 3. Вот он. Тут почитайте. CrowdOne предоставляет каждому участнику, клиенту, партнеру и так далее. Что именно он предоставляет? Главная страница новости. Вариант 1. Как выводить холдинг-аккаунт и так далее. Если вы понимаете эту информацию, есть тут дополнительные видео, можете посмотреть их некоторое количество. Путешествие к офису. 1:07:36. Вот это более короткое видео, можно его посмотреть. Это тоже что-то вроде путешествия по офису, но более короткое. Тут есть еще видео, которые не грех все посмотреть. После того, как вы посмотрите все эти видео, вы сможете более грамотно ответить на вопросы теста. Возвращаемся на страничку о компании по шагам. Тест на 500 баллов. Если вы готовы заполнить этот тест, нажимаете «Тест на 500 баллов» и отвечаете на все эти вопросы. Участник решил изменить имейл или фамилию и так далее. Что он должен сделать? Второй вопрос. Где в бэк-офисе найти и скопировать свою веб-ссылку? И так далее. Если вы все это знаете, как заполнять, вставляете свое имя, электронную почту, URL визитки, можете отправить ответы. И точно так же, отправив ответы, получили сообщение тут же о том, что ваши ответы отправлены, и вам сообщат о результате. На этом на сегодня мы закончим. В принципе, я полагаю, вам понятно, как, во-первых, осваивать CrowdOne, но, во-вторых, как заработать себе бонус, личную визитку, профессионально выполненную. Поэтому все остальное вы и сами пройдете. Постепенно освоите весь наш бизнес, заодно будете более грамотно его представлять вашим потенциальным партнерам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всех вам благ и успехов! С вами был Александр Камаев. Всем пока! Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя.